Бабка шла, пирожок нашла, села, поела, опять пошла. Покупала кирпич, медузу пытаюсь найти, ни хрена нет медузы, хотел медузу съесть. Ладно, у меня мама проспорила, сейчас она пойдет медузу ловить. Чё? Там кирпичи в ногах. Там ребята кирпичи ставят в ногах, больно, ужасно вообще. Прям так больно вообще. Фу, бля. Как ваше впечатление? Ладно. Не описывался от смеха на тебя, глядя. Так меня, знаешь, как в уши-то заливает. Так никогда не делать, и вот так вот. Потом уши заболят. Красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то по облакам. Белогривые лошадки, облака. Идите на облака. О, вы уже тут, господа. Ныряйте, господа. Пошлите кушать. Как вам мои шорты? Тут пофоткаться можно. Пофоткаться тут можно. Под елочкой. Везде. Хочешь, я тебя пофоткаю? Это меня. Ребята. Вот и наступил второй день нашего пребывания. Мы пришли после пляжа, накупались. Хотя нам сказали, что погода сегодня будет не очень. Но мы все равно покупались первый раз, наконец-то. Даже я залез. Почти поймал мидию трусами, но она от меня уплыла. Ой, не мидию, как ее зовут? На проеле 2000.
Мы проели 2000 за 2 дня. Как зовут, кого мы ловили трусами? Медуза. Медуза Горгона. В общем, вот мы опять сидим, кушаем, снимаем вам наши тарелочки. Сегодня у меня салат крабовый, суп лапша куриная. Очень жиденькая, ну какая есть. Сок яблочный и рис с овощами и с долмой. Ой, ну как это называется? Голубцы. Так, у мамы чего? Драники. Ну, винегрет-то мы видим. Кабачковые оладьи. А, кабачковые оладьи. Почти драники. И минтай в кляре. Минтай в кляре. Угу. И сок. Все. Приятного всем аппетита. Да. Я начну, пожалуй, супчика. Вроде говорят, правильно кушать, ребята. Говорят, с холодного надо начинать, типа с салата, а потом уже с горячего супа, да? Да. Ну попробуем так, может так вкуснее будет действительно. Сейчас, короче, подкрепимся. И какие у нас планы? Сходить на рынок, купить чаю и сходить купить стретч-пленку. Хотим себя обмотать и сделать водолазный костюм из стретч-пленки. Чтобы утром не так было холодно в море нырять за мидиями. А завтра, ребята, мы уже пойдем на экскурсию. На весь день. Что? Да. Сегодня нам чинили этот кондиционер. И он у нас был, работал на тепло, так как у нас в номере очень холодно. Но тепло теперь отключили, он сломался. Сказали, у вас только холод работает. Поэтому мы замерзнем, опять соплями проснемся. И сказали, нам принесут обогреватель. Но так и не несут. Сказали, пишите жалобу. Да. Но мы не стюхачи. Что смысл жаловаться? Надо все снимать, потом в суд. Может быть, отдадут деньги. Если докажешь, что у тебя были некомфортные условия, не соответствующие оплате за путевку. Ну, вообще, Крым – это очень интересный полуостров, на котором еще совсем мало цивилизации. И все места, в которые хотелось бы посетить и поплавать с прозрачной водой, оказывается, не оборудованы цивилизованно, туда нет экскурсий. А у нас нет ни водителя, ни транспорта, чтобы туда добраться самостоятельно. Да, туда вот ездят дикарями, с палатками, и там очень красиво. Это ленёвка, это всякие бухты, где вот можно что-нибудь, действительно прозрачную воду и так далее. Там Мальдивы. Крымские Мальдивы, да. Но, еще раз но. Крым – это Крым. И пока то, что предлагает экскурсионное бюро, ну, поедем, что делать, никуда больше не повезут. Куда предлагают, туда придется ездить, смотреть Крым. Может быть, лет через 10 все будет по-другому, а может быстрее. Завтра мы будем в Ялте. На джипах. На южном берегу. Будем в Ялте и будем еще завтра на гору Ай-Петри подниматься на джипах. И на весь день уезжаем. И там красивые вам поснимаем водопады. И мы будем в первой половине экскурсии проезжать голодных черепах, которые откусывают ноги и руки. Так что они называются порода черепах-то. Веслоухие кошки бывают. Черепахи красные. Британские черепахи. Ниндзя. Олег прикалывается, они веслоухие. Да, ну и суп они мне налили. Мяса нету, одна жижа. Теплая водичка. Ладно. Сегодня, может, еще на море сходим покупаем. А вот он вам расскажет, почему это розовая соль. Вот. Там каротин. Морковки. Я мешаю, наверное, да? Нет.
Вы говорите. Какой день-то? Значит, это 13 число. День сейчас. Мы уже 13-го. Вы уезжаете, да? Нам именно на послезавтра бы что-нибудь на полдня. С озером. На послезавтра, да? Да. Так, что у нас есть на послезавтра? Завтра у нас 8-е, послезавтра у нас 9-е. Он в курсе. С утра до 2 часов пещера Кизилкабас с подземной рекой, с водопадом. И там прямо озеро такое небольшое, водопад образует. Вот это, конечно, интересно. И там и дождик не намочит, если будет 10-го плохая погода. Но там, говорят, темно и снимать невозможно. Почему? Столкосластиты эти. Дело в том, что там же подсветка есть. Как мне там наоборот все снимают? Ну там холодно, мерзко и противно маме. Ничего подобного. Там знаю, была в новом Афоне в этой пещере. Ой, это совсем другая Афон. Ну что вы, там огромная пещера такая. Наши пещеры совсем не такие. Наши приятные. Тем более речечка журчит в пещере. Вот одеться нужно, конечно, брючки, носочки, вот такие. Ну что еще там в пещере? Вот. В пещере вот мы идем где-то почти 900 метров. Водичка с нами, сталактиты, сталагмиты. А летучие мыши? Летучие мыши. Нет, летучих мышей нет. Сейчас народ все их пораспугал. Вы боитесь? Нет, я наоборот хотел. Ему надо экзотику какую-нибудь, там ничего. Вот, ну почему очень красиво? Во-первых, там это недалеко от Симферополя, 12 километров. Вот смотрите, какой виден. Друзья, если честно, 900 метров по пещере идти мне не очень интересно с речкой, с подводной. Мне интересно. Потом река падает водопадом живописным, почти 15 метров. Водопад образует такое озеро небольшое. Есть поверье, если... То есть Севастополь – это центр города, это Херсонес, вот вам экзотика, древнегреческий город-государство, которому более 2500 лет. Там крестился князь вот Владимир. Можно. Да, это очень, кстати, интересно. Ну, конечно, остаток города, его... А в бухте купание есть? Конечно, даже купание с катера вот в бухте, вот это была классная, такая красота. А этому городу 3000 лет. Кстати, в бухте-то вот, наверное, почище вода-то, там не так мутно, как здесь. Вот. Он все мечтает с маской нырнуть, что-то увидеть. С маской нырнуть, да. Ну вот балаклава вы можете взять, маску, ласты, все, что там у вас есть. Значит, смотрите, это бухта, она, конечно, чистая, тут купаются. Вот. Ну тут, конечно, стоят яхты и все. У нас есть прогулка по бухте с выходом в открытое море. Вот видите, вот так вот это с высоты птичьего полета. Выходим в открытое море и купаемся там. Часовая программа. То есть вам даже могут и дельфинчики еще попасться. Вот крепость Чимбала. Можно туда пойти, если у вас ножки любят ходить. Значит, можно подняться туда. Там изумительный вид. Городу 3000 лет. Кого тут только не было. Гора Таврос. Внутри там музей. Ну, туда пойти-то. Вот, может, это возьму. Да к 10-го-то, может, погода будет нелетная. Сейчас неизвестно, какая будет погода. Так вы же будете купаться, там же есть купаться, есть возможность покупаться вам. Это вот балаклава. Вчера тоже крошечная. Рисовали дождь, а сегодня да, никакого сегодня дождя. Очень старая, самая древняя церковь, 12 апостолов. В 1357 году она была создана. Вот красивейшие виды на мыс Ая, мыс Святой, на мыс Фиолент. Вот, вот балаклава, вот развалины крепости Чимбала, вот сам город. Вот. О нем писал еще Гомер. Когда Одиссей путешествовал по дороге в Итаку, он сюда заплывал со своим кораблем. Если вы читали... Загадки Фиолента не будет катера. Пока. Вот на Фиолент пока нет. Ну вот смотрите, на катер на Фиолент это будет... Надо попозднее узнать, да, может попозднее, 11-го где-то вдруг будет. Ну, я слышала, что с 15-го, а там, знаете как, может быть и раньше будет. Сейчас я покажу наш Херсонес. Ну это Владимирский собор, посвящен князю равноапостольному Владимиру. Вот там даже купель сохранилась, где он, где его крестили. А это даже как бы древняя Греция. Вот этот сам город, вот, монетный двор, амфитеатр. Ну, интересно, развалин. Конечно, да. Ну, конечно, развалины, там же не будет город целый. Вот это туманный колокол, очень интересная история вам расскажет. Но есть поверье, встать под купол этого колокола, камешек бросить, пока звон идет вверх, загадывать желание, хотя бы одно. Говорят, сбывается. Камешек бросить куда? Колокол. В голову. А можно и в голову кого-нибудь. Вот это, конечно, красота. И можно бросать камешек. Да, камешек маленький. О, это же... Да. Это солдаты тут могут со снайперками стреляться, военный фильм снимать.
как это, девятая рота. Да, снималось очень много фильмов. Да, вот где я переодевался в это вот. Как он фильм снимался. Вот видите, какие места вы уже узнали, да? Ну и, конечно, Севастополь вы увидите. Красивая, конечно, экскурсия, причем она получается вам удобная. А где здесь вот эта бухта-то, да, которую это мы сейчас... Севастопольская бухта, а это вот Балаклавская бухта. Маленькая. Вот, я тебе говорю, в бухтах можно водоросли видеть, и конечно, там тише вода, не как у нас мутная. И рыбы очень много. Ну, здесь мутно, потому что шторм, и, а почему она мутная, это песочек во взвешенном состоянии. То есть мы гуляем, а купаться, и сколько на купание это отдается? Ну, там где-то 2 часа вы в Балаклаве, там и пообедать можно, там рыбная, это рыбная столица нашего острова, очень вкусненько, там на все кошельки, на разные, скажем, кухни можно себе найти, то есть вот вам 2 объекта, мы соединили. Нет, они нас на автобус уже будут ждать, чтобы назад везти. Конечно. Я говорю, сколько нам дается именно в бухте понырять мне с подводной охотой? Ну, час-полтора-два, это уже вам экскурсовод скажет, как у вас там сложится все, поэтому поныряете, главное взять с собой все и поныряете. Вот. А захотите, может, и часовая программа вот, с выходом в открытое море, с катера ныряйте себе и смотрите подводный мир. Так там нырнешь то 40 метров глубины. Я не дойду. Хотя бы не совсем туда на дно, а хотя бы так посмотреть визуально, тоже интересно. Там же скалы подводные. С катера, думаете, можно купаться? А он специально для этого приспособлен. Трап есть специально, да. Я же говорю, что там с купанием часовая программа. То есть на это у вас катер есть, а вот сюда катер не дают. Катер есть, но это бухта военная, как там главное. Где 800 ступенек вниз-то? А, это совсем другое, это мыс Фиолент. Вот. Жалко, туда нет катера. Ну вот пока туда не ходит. Пока вот а мы 12-го уедем, не успеем. Ну вот вам 10-го, пока там есть еще место. Ну бери вот на 10-е тогда вот это. Вот это берете, и там постоянно везде у вас море. Хотя бы бухта. Я вам даже другое скажу. Вы когда будете в Херсонесе, там, конечно, как бы не разрешается купаться, но там есть очень красивые места, там камни, и вода изумительной чистоты. Возьмете с собой все ваши принадлежности и туда. В бухтах мне нравится. В бухте Геленджике всегда чистый прозрак был. Вот что мне и нравилось в бухте Геленджика. Весь Геленджик отдыхал у нас. Вся Анапа, там море было ужасно. Вот эта бухта была настолько грязная, в тине все, что и Сочи были у нас в прошлом году, и Геленджик, и Анапа. Правильно, в самой бухте тина, да, Олеж. Это вот при выходе на открытый море. На толстом мысе. Да, где мы на мыс ездили. То есть у вас есть две возможности. Вы когда приедете, вот поедете в Севастополь, вы посмотрите свои вот эти места. А в Херсонесе там есть возможность понырять и покупать.